У нас есть самодельный инкубатор из старого холодильника. Мы его хотим приспособить для сушилки. Будем делать в нем сухофрукты. Нарвали вишню, удалили косточки. Сейчас на вот эти вот лотки положим марлю и высыпем вишню. У нас имеется вот таких 6 лоточков. Положили на них марлю. Сейчас будем высыпать вишню. Разложили вишню на 6 поддонах тонким слоем. Сейчас понесем, поставим в сушилку. Над лампами поставили поддон. И выше лотки с вишнями. Вот так все это выглядит. Выставляем температуру 50 градусов. Делаем вентиляционные отверстия и сушим. Вот что у нас получилось. Из 12-литрового ведра вишень и 3-литровой кастрюльки черной смородины получилась 3-литровая банка сушеной смеси. Вот здесь вишни без косточек и черная смородина. Подведем итоги. В этих фруктах сохранились полностью все витамины, испарилась только вода. И они сконцентрированы до такой степени, что достаточно, чтобы сварить 5-литровую кастрюльку компота, всыпать туда полстакана вот этой смеси. И вот этого бутылька получается, что хватит на 120 литров компота. Это 43-литровых бутылей, сколько бы они места заняли в подвале. Конечно, можно в эту 5-литровую кастрюльку добавить пару яблочек свежих или грушку. Такие фрукты всегда есть в продаже зимой в магазинах. Или кто живет в своем доме, есть в подвале зимние яблоки и фрукты. Вот такой результат. До свидания и приятного всем аппетита!